Сделать изучение языка интересным и нестандартным решили организаторы клуба любителей английского языка FoxVox в Саровском физико-техническом институте. Ребята обсуждают книжные новинки, разговаривают о культурах Англии и Америки, проводят различные мероприятия на английском языке. В таком формате клуб работает 5 лет. Первое собрание было посвящено Стивену Кингу, его творчеству. Мне очень близок жанр ужасов, и я поделился своим интересом с остальными. И потом, в дальнейшем, мы начали организовывать новые мероприятия, начали проводить встречи по «Властелину колец», по «Игре престолов». На прошлой встрече студенты второго курса института направления «Специальное машиностроение» рассказывали первокурсникам о своей производственной практике. На английском языке сделать это было непросто. Но чем сложнее задача, тем интереснее работать и учащимся, и самим преподавателям. Ребята могут услышать как раз вот не только преподаватели, но и своих ровесников. Они могут задать вопросы на английском языке не в рамках предмета, не в рамках того, что их там дернут или скажут неправильно сказал, неправильно спросил, а то, что им интересно. Сегодня ребята задают разные вопросы. Почему, например, докладчик выбрал именно эту тему презентации, а не другую? Клуб любителей английского языка FoxVox также проводит мероприятия и для школьников. Организаторы ждут на своих занятиях всех желающих. В планах у клуба сотрудничество с молодежным центром и библиотеками города. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.